Пришли в парк гулять. На наши любимые места. Снежок, уже мороза такого нету. Да? Что Лаврушек от меня хочет? Что-то он хочет от меня? Что-то он от меня хочет. Ну иди ко мне тогда, оббегай. Молодец, сидеть, а? Хорошо, вперед пошел. Вперед. Шапка у него на бекрень съехала. У нас такая шапочка, вязаная с мехом. Иди ко мне, покажем шапочку. Давай покажем мою шапочку. Вот она, шапочка. Той. Вот у нас шапочка одевается, ушки. Ушки вылезают. Но она у нас слетает. Вот такая шапочка. Какая шапочка? Ну-ка, Лавруша, посмотри на маму. Вот такой он в шапочке. Вот какой хороший мальчик в шапочке. Но она у нас слетает почему-то. Неправильно я ее сделала. Да. Хоть у нас есть тут вот дырочки для ушек. Ой, дай-ка мне свои ушки. Попробую вдеть. Попробует мама тебе вдеть. Хотя дома делала, но она у нас слетела. Вот, ушки вылезают. Вот такая у нас шапочка с помпончиком. Ну-ка, посмотри на маму. Иди скорее ко мне. Вот пока побежим, она испетит. Давай. Вот такой он у нас. Вот такой он у нас мальчик. Вот такой мальчик. Шапка. Шапки. Давай, ладно, снимем. Она все равно у тебя сейчас слетит. Все равно сейчас слетит. Мама тебе ее сделает по-другому. По-другому сделаю. Иди ко мне. Вот. Вот так. Стряхнись. Иди. Оббегай. Хорошо. Молодец. Давай, вперед, беги. Иди вперед. Бог с ней, с шапкой. Сейчас не холодно. Это мы ее так для пробы надели. В том году она у нас без меха была и нормально держалась. А я мех пришила, и она стала тяжела, видимо, у него на голове. Да, зайка?